Глобальное потепление наступает. Оно совсем близко. Я уже вижу его. Надо валить отсюда быстрее. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Не получилось убить. Получилось убить. Главное, чтоб меня... А-а-а, сейчас убьет. Черт, беги. По кустам беги. Бежать немного осталось. Знаю, будет вава, но не такая сильная. Так что не ной. Давай. А-а-а, хорошо. И теперь в траву. О, там едет машина. Осторожней. Пожалуйста, надеюсь, меня не видели. Ах, хорошо. Но будет ли со мной все так же хорошо в ближайшие несколько минут? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, у нас ностальгический видос. Ведь мы с вами снова играем в PUBG. В тот самый добрый PUBG, в который мы играли, не знаю, сколько лет назад. 18-й это был год, 17-й был год. Короче, у меня есть целая куча видосов по PUBG, все очень угарные, можете посмотреть, их будет в описании ссылка. И я решил видос начать с самого пекла. Вы уже это все слышите. Выстрелы, глобальное потепление прям рядом стоит. И оно, по-моему, прямо сейчас начнет двигаться, оно начнет... Черт! Побежали! А долго бежать? По-моему, очень долго бежать. Кажется, я проиграю сейчас. Кажется, мне сейчас будет плохо. Нужна срочно машина. Короче, причина, по которой мы сегодня с вами играем в PUBG, чисто ностальгическая причина. Ведь в эту игру добавили карту и ранги. Классическая, любимая всеми алдами. Чувак стоит. Халявный фраг. Но это чтобы просто не было обидно умирать сейчас. И я умер. Запись смерти мне предлагают сделать. Вы что, угораете? Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я так позорно умер. Короче, да, в игру вернули Эрангель. И для нас, старичков, это прекрасная возможность зайти в игру и испытать те самые первые... сочные, яркие эмоции, которые мы когда-то испытывали, впервые играя в эту игру. И я хочу, чтобы вы испытали эти эмоции ностальгически вместе со мной. Я постараюсь передать их вам во всей красе. И сейчас у вас будет ощущение, будто я не только впервые зашел в PUBG и начал осваивать эту игру, но и также ощущение, будто я впервые играю в шутеры в целом. Бамс! Но это не потому, что я нуб, это просто я хочу вас вот в прошлое немного окунуть. Поностальгировать. Так-то, конечно, я рублюсь, как рубленое мясо. Приземляюсь. Оп! Быстрее в дом. Быстрее в дом. Быстрее в дом. Почему ты прыгаешь в бок, урод? Потому что он разогнался так сильно, что его просто занесло уже. Так, смотрите. Тихо. Мы в одинокой избе. Это что такое? Это не оружие. Это только намек на оружие. Где оружие? Здесь. Что это? Мачете? Я маньяк с мачете и в бронежилете. Давай, выныривай. Умница. Все хорошо. Никого нету. О-о-о. Вот это мне нравится. Прицел. Еще прицел. Говна всякого пока... О-о-о. Вот, теперь я чувствую себя в полной безопасности. Значит, у нас классный прицел есть. Можно еще вот эту, увеличить магазин. Компенсатор. Да, неплохо. Какую сторону у нас? Отлично, мы находимся в безопасной зоне. А значит, глобальное потепление нам не угрожает. Его я боюсь, если честно, больше, чем игроков. В смысле, я, если что-то и боюсь, то только ту синюю фигню, которая надвигается, огромная, божественная. Хорошо, мы слышим выстрелы. Идем в обратную сторону, значит. Потому что у меня еще мало припасов, конечно же. Не потому что я обоссался. Вот сюда пойдем. Тут два домика есть. Там живут мирные жители. И я возьму у них все, что мне нужно. И у них не будет выбора, кроме как подчиниться, потому что я единственный, у кого будет оружие. Главное еще полить карту, чтобы не оказаться в красной зоне. Ага, она тоже далеко. Вот, в окошко, в лес. Ладно, здесь мы не пролезем. Черт! С той стороны зашел. О, у нас шлем второго уровня. В первую очередь нужен рюкзак, аптечки. Рюкзак. Третьего левела. Спасибо тебе большое. Это очень приятно было сейчас все. Давай-ка мы поставим прицел. Наверное, вот этот прицел, я думаю, подойдет. Давайте мы ее сразу перезарядим. Выстрелы прям близко. Они идут в мою сторону. Смотрите. Значит, полицейский жилет. Хрень полная. А вот это мне нужно. Я не буду это подбирать, чтобы чел такой зашел. Ага, здесь много припасов. Зайду-ка я в этот дом. Я такой его пам-пам-пам-пам-пам. Тихо. Потому что у меня глушители. Воображаемые. Слышите? Прям вообще близко все происходит. Пойдемте наверх. С крыши будем наблюдать. В принципе, я получил практически все, что я хотел. Отлично, есть энергетик. Увеличенный магазин. Давайте лучше прицел 4x поставим на калаш, а то что-то совсем перебор. Ну да, хотя бы так. Ах, адреналин внутри начинает потихонечку бурлить. Слышите, как будто муха летает какая-то. Или игрушечная машинка ездит. Нужно в соседнее здание пойти. Открываем. Побежали. Мама, мама, мама,
и возле окон не стой. О, вот что я хотел. Аптечка. О, еще аптечка. Также у нас патрончиков прибавилось. Неплохо. Неплохо затарились. В спальне ничего интересного нету. Входим. Опа! Тем временем у нас проблема нарисовалась. Через 10 секунд будет ограничение игровой области. А я что-то тут сижу, туплю. Бежать очень далеко. Надо в сторону дороги, потому что там может быть машина. Не могу же я снова запороться просто из-за того, что область меня настигла. Человек. Ща. Умрите. Походу, в меня там кто-то еще стреляет. Мы сейчас разберемся, кто. Где? Я не знать. Я не видеть. Покажись! Слышите? Черт! А! Сейчас он меня убьет, кажется. Но я постараюсь не умереть, когда он меня убьет. Хорошо. Я слышу его, но я не вижу. Давайте просто побежим. Ибо смерть и так уже меня изнутри поглощать начинает. Урод. Слышь, стреляет. Вот это опасность. Оп. 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 Давайте непредсказуемо двигаемся. А, думаю, я в кусты, а я по открытым побегу. Оп. Вот такой вот я непредсказуемый. Теперь мы сюда побежим, где трактор стоит. Не замедляемся. Или встаем. Или бежим. Как же мы поступим в этот раз? Он, наверное, такой, боже мой, это непредсказуемый человек. Могу одно точно предсказать, я сейчас подохну. Стоп. Это мой шанс, это мой шанс. Давай скорей. Ну садись, урод. Ебать! Просто доехать туда, где перестанет жечь. Бездумно, напрямую. Оп! И главное, не уп... Нет, ущелье, осторожней! Господи! А, стой! Я умираю. Лечись! Я умер. А ведь я был очень близок к смерти. Из каждой катки я извлекаю нечто положительное. Во-первых, классно убил из-под тишка. Во-вторых, в меня стреляли, хрен знает откуда. А я вот так оп-оп-оп-оп и улизнул. В-третьих, я закрепил репутацию человека, вокруг которого всегда все максимально стабильно. Стабильно не умею играть в шутеры. И стабильно умираю в синей зоне. Давайте подумаем, куда можно прыгнуть. В Милту. Боюсь. Пока что я не настолько уверен в себе. Куда-нибудь попроще надо. Вот сюда, где мало всего. Отлично. Я не один здесь. Один, да не на крышу, только не... А, все хорошо. Галима как-то приземлился. Хотя нет, возле двери прям. Возле двери это хорошо. Закрываем. Very good. Что тут у нас? Понятия не имею, что это такое. Отлично, гранатки. Не нужен рюкзак, он у меня. Черт, я не заметил, что я его взял. Не очень внимательный. Надо быть внимательней. Я не могу пройти... А, все, прошел. Ладно, здесь осторожней. Второй левел. Отлично. Смотрите, машина стоит. Возможно, заводная. Каска! И это рюкзак с глушителем. Что? Похоже на глушитель частот, но что именно он глушит? Вот так мне его презентуют. Возьми что-то хрен знает что. Понятия не имею, возьму. Он будет что-то глушить. Еще один с глушителем. А что я взял-то хоть? Хар 98К. Если честно... О, погодите. Человек. Убили. Прекрасно убил. Пойди, еще одного убьем. Стреляй. Он не видит. Он не видел меня? Кажется, в доме. Убить, тварь. Он прям в доме. Черт, промахнулся! Была прекрасная возможность, и я ей не воспользовался. Воспользовался, точнее, но плохо. Меня только что пнула проститутка и убежала. Рубаем стратегическое мышление. Если я приземлюсь в мансионе, то... В какой стране я окажусь? Хорошо, не суть. Вот если здесь, то, возможно, все в этой жизни. Верим в это и мчим навстречу своей судьбе. Где я приземляюсь? Вот тут. Вот так. Заходи. Тут пусто. Идеальный выбор. Давайте лучше сюда побежим. О, вот это лучший выбор. Оп-о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 п. Перезаряжаемся. Скорее, все берем. Теперь у нас есть и прицел даже небольшой. Очень удобно. Отлично. Столько всяких медицинских препаратов. Отлично. Коктейль Молотова подобрал. Отлично. И здесь много оружия. У меня такое уже есть. Но вот этого у меня нету. Пусть будет запасное. И аптечки. Ой, хорошо. Давайте перезарядим. Посмотрим, что можно установить. Вот эту установим. Угловое цевье. Звучит как какое-то украшение. Она дает плюс 20% контроль горизонтальной отдачи. Минус 10% контроля раскачивания. И 10% скорость прицеливания. А это что такое? Никакого минуса. Это вообще можно выкинуть нафиг. Это для чего?
некуда ставить. Так, у нас бронежилет второго левела. Да, это хорошо. Давайте поставим классные прицелы голографические. И еще один коктейль Молотова. Все, мне кажется, затарились идеально. А, кстати, зона опасная. Мы рядом. Так что добежим, если что. Мне нужен рюкзак побольше. Еще какая-то штука дает много контроля над своей жизнью. Прицел X2. Забираю. Слушайте, давайте сделаем пробный выстрел. Как это вообще работает? И погодите, прежде чем делать выстрел, все подберем. УЗИ не хочу. Оп. Взял рюкзак. Нифига себе. Че, да как? Найс. Да, получается, у нас будет на дальнюю дистанцию и на короткую дистанцию оружие. Извините, а вот это что такое лежит здесь? Снаряд миномета? Миномет у меня! Вот это интересная находка. Я не могу подобрать. Здесь. Я очень хочу миномет применить. Хорошо, два снаряда подобрал и окей. Вот УАЗик хороший стоит. Миномет. Ставим. Тебе пофигу. Давайте. Я не так это работает. А, вот. Хорошо, нам нужно меньше. 121 метр. Давайте выстрелим какой-нибудь. Оп. Черт, я даже не увидел, как он работает. Заберем наше оружие. О! Как будто в обратку летит. Просто хочу посмотреть, как он бабахнет. Вот сюда. Бам! Нормально. Что, погнали. Чуть проедемся в безопасную зону. Воспользовался местным каршерингом. Чтобы на своих двух не идти, не уставать, силы надо беречь. Вот здесь, пожалуйста, возле камня. О, мама. Я в красной зоне, кстати говоря. Тут совсем небезопасно, мать! Мама! Быстро в укрытие! Оп! О, кто-то здесь уже был. Пока шумно, он не услышит мои шаги, если он здесь еще. Смотрите. Так, блин. Все, из-под тяжка убил. Эту тактику я уже освоил, практически в совершенстве. Надо бы посмотреть, что там у него. С другой стороны, он может стать хорошей приманкой для других. Кто-нибудь так случайно будет идти. Слышите? Проехал. Или думаем... Он мой УАЗик угнал! Или стоп. Мой УАЗик на месте. Следующая область будет прям рядом. Время еще полторы минуты, да? Судя по всему. Оу. Слышите? Так, легли. Вон, вижу жертва. Жертва. Меня увидели. Ай! Надо просто... Да беги, тварь, сволочь! Я хочу домой. Так, лечись. Бич. Вон, вижу. Мистер, вы умрете. Надеюсь. Может и нет, я больше вас не вижу. О! Слышишь? Где? Покажись! О! Совсем забыл про зону! Зона! Мамочки! Быстро в машину! Похрен! О! Убил! Я убил! Он ничего не смог сделать! Он пытался, но он подох. Пожалуйста, давай! Лечись! Меня игрок убил! Я не мог сесть в машину! Я же лечился! А как же джентльменский закон? Нельзя убивать лечащегося. Еще и грабит. А теперь давайте думать стратегически. Если я в починках спрыгну, то... Неважно, я уже пролетел мимо. Извиняюсь. Тогда, может... Блин. Я такой нерешительный, а мы уже почти долетели до края острова. Я не знаю, что делать. Вот здесь. Вот сейчас. Трудно стратегически мыслить, когда ты не умеешь мыслить. Кстати, тут кто-нибудь еще со мной упал? Нет, только один я. То есть никто не видит, как я круто лечу, да? Ладно. Что за поле, блин? Вот сюда надо. А, не, вон, товарищи. Отлично, я не одинок. Вот сюда. Пап, стену. Ничего страшного. Есть чем стрелять. У меня готово абсолютно все для классного стрельбища. Я знаю, что здесь есть игрок. Это там он. Нужно привлечь его внимание. Там садимся туда-сюда. Врум-врум-врум. И бежим таки. И вот этот звук должен приманить. Мы, кстати, находимся в безопасной зоне. Так что я правильно сделал, что мешкался. Да, я мешкался, потому что это был мой выбор. Смотрите, там рюкзак. Надо здесь аккуратненько зайти. Не факт, что он не палит в окно. Нельзя стоять на месте. Оп, что это у нас? Мачете да граната. Что, маневр с багги не сработал? Он не прибежал туда? Я ожидал, что я услышу его голос, типа такой. Что за шум? Оп, слышите? Кто-то бегает. О, вон она. Давай, урод, выйди на балкон. А!
Жалко, он не умер. Оп! Па-п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 а. Жалко, он не умер снова. Куда побежал? Интересно. Он, наверное, не понял, откуда стреляют. Вон. Оп, погибло. У меня 15 патронов осталось. Это мало. Скорей. Надо посмотреть. Хочу полутать. Надеюсь, никто меня не убьет здесь. Так, бронежилет, но это лучше, чем ничего. У него есть берилла. Не знаю, что это такое. Смешное слово, как минимум. Так, это все. Ой! Ой. Опасно здесь нынче. Я спрячусь за бочками. Если вдруг что, я смогу накатить адовое количество бочек на всех сразу. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что вообще есть. А вот что... Вот, это годно. Это берем. Это годно. И пестоль еще есть. Ладно, у нас есть, получается, вот это. Будем теперь этим стрелять. Давайте только прицел поменяем. О! Слышали? Я, блин, слышал. Где-то бегает. Лечь. Оп! 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 Все в порядке. Забираем аптечки. Забираем все. Гранат возьмем тоже. Шлем второго левела. Прекрасно. У нас бронежилет получше теперь. Вроде все неплохо. В доме мне как-то спокойнее, если честно. Смотрите, бронежилет хороший лежит. Возьму. Мне бы еще патрончики найти. Вот это было бы супер. Погодите. Просто мои желания исполняются сходу. Это не может не радовать. Слышали? Надо закрыть дверь. Вон он едет. Оу. Зона сузилась. И нам уже здесь не рады. В таком случае надо... Так, канистра с бензином нам нафиг не сдалась. Вот это и вот это мы возьмем. А, кстати говоря, я не помню, как нужно юзать все остальное, чтобы вот дожать полную шкалу. А, вот мы восстановили желтую, да? Теперь надо что делать? Не помню! Ой-ой-ой-ой-ой! Начинается! Говно начинается! Скорее, где баги? Где баги, блин? Вот она! Мама! Синяя зона! Куда ты? Боль! Жар! Лихорадит! Немножко щекочет! Трогает там, где я не хотел бы! Давайте с дороги съедем, пожалуй. Кстати, я полностью себе ХП восстановил. Вот это я доктор. Так, я даже не знаю, что делать. Слышу там выстрелы. Давайте попробуем вот здесь сойти. И включаем режим мыши. Тихой, легкой, мертвой. Зона еще больше сузилась. И моя очечка сузилась синхронно. А, нет. Нет. Придется чуточку пробежать. И мы на месте. Упал и ползи. Не пались. Что? Выстрелы прямо позади. Дерьмо полное. Кто-то сражается прямо в синей зоне. Давайте вот здесь ляжем. Вот, тут нас вообще не будет видно. Идеально. Ну-ка, как далеко? А, ну у нас есть еще 1.5 минуты. Поэтому не торопимся, не паникуем. Это не так далеко. В то же время я не то чтобы супер близко. Я не столько боюсь людей, которые находятся в безопасной зоне, сколько тех, кто будет выбираться отсюда. Они будут очень злыми, скорее всего. Ладно, надо ускоряться. 49 секунд все-таки. Сейчас я думаю, что зря я баги оставил там. А, нет, все окей, мы близко. Нас даже не кацанет. Тем временем выживших 18 человек еще. Значит так, берем. Нельзя лечь. В смысле? Быстро лег. Аккуратненько поднимаемся. Ох, просторы. Хороший вид отсюда. Хороший обзор. Вон у нас за елочкой спрятался подарочек. О! Он, подарочек опасно! Он меня видит! Черт, мне надо ту сторону! Что? Что это? Это выстрелы вон оттуда. Я вижу тебя, урод. А! Оп! Непредсказуемость! Давай, оп! Оп! Идем в прямое столкновение. You're gonna fucking die, bitch! Gonna fucking do! Давай! Оп! Чё там? Чё там? ПВП или засал? Сейчас, мы будем идти вместе с этой синей штукой. Оу! Вот это! Эй! Кто так делает? Синяя штука прямо здесь остановилась. Что ты хочешь? Что? О, кидает, продолжает. Кидала. Смотрите, какое. Кстати говоря. Лечиться бы. Я вообще не понимаю, где он. У нас есть 50 секунд до следующего ограничения. Этот урод 100 пудов следит за выходом. Давайте попробуем полностью восполнить полную шкалу здоровья. Very good. Сейчас будет восстанавливаться.
18 секунд. Вон. Ай. Ай. Ладно. Но я попытался. Вау, 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 вау. Вижу. Я тебя видел. Что за выстрелы у меня уродские? Так, что-то плохая тема у меня какая-то. Плохо стреляется. Ну-ка попробуем вот этим пострелять. Я хоть попадаю по этому уроду или нет? И он по мне не попадает. Ну, не знаю, что-то мы как-то оба плохо стреляем, видать. Давай просто забьем. И никому не расскажем об этом позорном дуэли. Это все, забей, я тебя простил уже. Что? Слышу выстрелы. А-а-а! Больно же. И слева откуда-то выстрелы. И, честно, не вижу никого. Так, что по гранатам у нас есть? Фигня. Хотя не фигня, с одной стороны. Возможно, нужно было продолжать позорную перестрелку. Так я потерял его из вида, вон он. Я вообще не понимаю, как стрелять-то. Как это так? Просто в голову. А. Номер 5! Я попал в топ-10! О, да! Это лучший результат! Это лучший результат! Я не играл в PUBG так давно! Это все силы позитивных эмоций. А позитивно не потому, что... Ах... Ностальгия. Это всегда приятно. А теперь ныряем в самое пекло. Ох, сейчас припечет нас. Ох, сейчас припечет. Уже пахнет жареным. Что это двое? Сейчас приземляться здесь быстрее, взять оружие. Оп. Давай. Все. Подобрал. Это и это. Все. Мы можем сражаться теперь, если что. Справа. Где? Здрасте. Умрите, сэр. Спасибо. Оп. Оп, что, пирата убил, что ли? Опа, человек. Он там видел, маленький пиксель двигается. Сейчас мы ему его маленький пиксель отстрелим. Кто тут? Врум-врум. Стоп. Извините. Я как собака, просто... Раф! И все, чисто символически. Без какого-либо злого умысла. Слышите? Он возвращается? Сейчас опять гавкать буду, ты что провоцируешь? А, кстати говоря, мы в безопасной зоне. Я все понял. Главное следовать своим порывам. Не нужно думать слишком много. Я как пес. Это было идеальное сравнение. Сейчас хочу гавкать. Того чувака, который на мотике разъезжает и бесит меня своим шумом. Он уехал. О-о-о. Ой, мне не нравится это, как будто в меня. О, это и правда в меня. Но откуда? Вернусь обратно к бочкам. Сюда спокойней. Это тот говнюк на мотоцикле? Или тот с маленьким пикселем? Мне нужно встать на бочке. Давай, аккуратно. Опа, усмешкается. Так, он такой, а? Откуда стреляли? Понятия не имею. И я теперь понятия не имею, где он. А вот. Оп! Померло. Черт, ну не застревай ты в бочках, ну! Нет! 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 Пожалуйста! Фу! Нет! Нет, я сказал! Нет! Нет! Да нет! Ну как так можно? Нет! Есть! Там же человек хочет убить меня! Ох, ну, благо он не видел этого позора, надеюсь. А вон. Давайте попробуем с ним поиграть чуть-чуть. Главное снова в этой яме не застрять. Этот чел вряд ли ушел. Потому что вон он, секундочку. Оп-оп-оп. Да как они умираются, я не могу понять. Это я делаю? Я чисто как будто стою за прилавком раздачи люлей. Подходите! Отхватите! А вон он. Кого он стреляет? Я уже 5 убил. Это я что, стал профессионалом, пока я все это время не играл в игру все эти годы? Или, может быть, я нашел свое место силы, вот эти бочки? Или это что-то типа того, когда ты получил новую информацию, тебе нужно поспать, и тогда ты ее усвоишь. В моем случае нужно 5 лет назад поиграть в игру, жестко понубить, и потом 5 лет спать, чтобы навык усвоился. Судя по всему, финальная схватка состоится где-то здесь. Очень хочется посмотреть, есть ли что налутать у этих ребят, которых я прибил. Так, вот лежит. Так. Отлично, аптечка. Патрончики. Not bad. И еще тот вот. Тут целых двое. Давайте. Бинт. Шлем. Very nice. И тут говно.
Ладно. Мы все еще в зоне, вообще можно и париться. Кстати говоря, надо же восстанавливать здоровье. О, блин, у меня нет усилителей. Ограничение игровой области, и я все еще мне. Отлично, окей, хорошо. Чисто технически отсюда еще могут люди прибежать. То есть мне в спину выстрелить. Подло, бесчестно. Я знаю, что эти негодяи ничем не побрезгуют, чтобы лишь бы победить. Мы можем пойти вот к этим бочкам, кстати говоря. О, неплохие бочки. Отсюда гораздо лучше обзор. Так, что это? Слышите? Машина. Вот. Стойте. У нас тут проблемка может сейчас быть. Надо чуть-чуть подспрятаться. Хотя, может быть, это просто проезжающий турист. О, нет, ограничение снова. Я примерно угадал, вот здесь мы будем сражаться. То есть, просто в лесу. Ладно, побежали. Мне бы бустеры какие-то найти. О, блин, нет. Вылазь, урод. Ай. Больно. Нельзя себя до такого доводить. Тогда приходится бежать бездумно, не озираясь по сторонам. Слишком палевно. Так, мы все, мы в безопасности. Хорошо. Невелика потеря, все нормально, но мы в очень открытой зоне находимся. Просто пипец. Давайте-ка свалим в кусты. Через 50 секунд начнется еще одно сужение зоны. Мы близко. Поэтому пока что здесь в кустах. Или лучше пойдем. Выживших, кстати, пятеро. Опа, все. Мы в безопасной зоне находимся. Но достаточно открыто. Хотя бы в тень уйти, что ли. Тоже не очень прикольно. Здесь притворяемся обычным дождевым червем и не привлекаем себе внимания. Нам нужно, чтобы мы обнаружили противника первыми. Обнаружили? Главное, чтобы он не обнаружил. Где этот чел? А, вон он. Он что, меня видел? Ой. Страшно. Он умер. По-моему, он просто взял и умер. А, тихо. Тихо. Он не должен знать, откуда я стреляю. Давай. Отлично. Ой. Я второй? 6 убил, второе место занял. Фиксируйте, это рекорд. Ранг номер 2. Это как... по-большому сходить. Чувствуешь облегчение после этого. Смотрите, как он невозмутимый, мой персонаж. Он всегда знал, что он будет вторым. Мне не важно быть первым. Главное, это каждый день становиться лучше, чем я был вчера. Это просто прекрасный результат. Я такое удовольствие получил от игры сейчас. И я надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра. Евгений все-таки стал про... PUBG. Поэтому ставь лайк этому видосу, я думаю, что я заслужил. Подписывайся на канал и также призываю тебя зайти в PUBG еще разочек, тряхнуть стариной и поиграть на классической карте Эрангель, поностальгировать и получить массу удовольствия, как только что я получил. С вами был Юджин и всем пять!